Из поколения в поколение. Под таким девизом пройдет в этом году Ночь музеев. К всероссийской акции, когда учреждения культуры открывают двери для посетителей в вечернее время, снова присоединится и музейно-выставочный центр Заречного. Праздник начнется 18 мая в 18 часов на Ристалище. Мы пригласили наших друзей. Реконструкторов из Пензы, из Центра живой истории под руководством Александра Николаевича Конкина. Гости музея совершат путешествие во времени и окажутся в древнерусском дружинном лагере. Увидят поединки витязей, смогут примерить доспехи, сразиться на мягких мечах и попробовать метнуть копье в цель. С 18 до 19.30 всех желающих ждут на мастер-классах, где можно будет отчеканить точную копию древнерусской монеты или украсить набивным рисунком платок-салфетку. Программа позволит получить максимум незабываемых впечатлений от путешествия в Древнюю Русь. Из древности посетители смогут мгновенно перенестись в эпоху покорения космоса. Для этого достаточно зайти в зал, где размещена выставка «Честь мундира отстоял». Центральным предметом этой выставки стал уникальный экспонат. Это подлинный мундир полковника ВВС, летчика-космонавта Александра Михайловича Самокутяева. Выход в космос с экскурсоводом запланирован на 20.00, а в 21.00 гостей праздника проведут по выставке «Солдаты милосердия», посвященной подвигам военных медиков в годы Великой Отечественной войны. Также для посещения будут открыты все экспозиционные залы музейно-выставочного центра. Присоединиться к всероссийской акции «Ночь музеев» можно будет с 18.00 до 23.00.